Дорогие друзья, вы попали на канал «Самое синее в мире». Привет. 31 декабря 2020 года. Краснодар, Паргальского стадион, канал «Самое синее в мире». Все подписываемся, ставим лайки. С наступающим годом. И посмотрите, какая здесь красота. Просто чудо. Просто чудо, ребята. Всем советую побывать здесь, кто будет проездом. Не успела. Кстати, дам сейчас кадры, посмотришь. 21 год. Новый год, Новый год. Всем привет! Это самое синее в мире. И я в парке Галицкого, Краснодар. Друзья, хочу вам прочитать отзывы на TripAdvisor. Во время путешествия на море мы сделали небольшую остановку в Краснодаре, городе с богатыми культурными традициями, который в 2019 году занял 4-е место в списке городов с наилучшим качеством жизни по версии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Нам посоветовали посетить парк Краснодар, более известный как парк Галицкого. Так вот, он был построен на средства предпринимателя Сергея Галицкого по уникальному современному проекту немецкой архитектурной компании. В парке высажено более 2500 деревьев, удивительных по своему внешнему виду. Есть и пирамидальные дубы, и катальпы, шарики, бонзай и даже пальмы. Чего только нет в этом парке. Масштабный амфитеатр, спиральная смотровая площадка, потрясающий водный лабиринт с водопадом, скейт-парк, который очень ценят подростки, несколько площадок для активного отдыха, игры с мячом, детский скалодром и кафе. Недавно там появились арт-объекты. В парке Галицкого. Вот она. Перевернутой каплей или галочкой пин и необычным белоснежным барельефом с трехмерным изображением человеческих фигур. Искусственная среда. Это невероятно красивые работы. И я всем рекомендую посетить этот парк, где можно не только насладиться приятной прогулкой, но и получить эстетическое наслаждение. Поехали!
такое впечатление, что Краснодар приобрел жемчужину, и надеюсь, он ее сохранит. Побольше бы таких меценатов, как Сергей Галицкий. И благодарности краснодарцев и гостей города просто нет предела. Парк великолепен. И, пожалуй, он единственный в своем роде в России. Это не только мое мнение, а мнение всех краснодарцев, что это не парк, а шедевр. И на сайте TripAdvisor, про который я вам говорила, можете зайти посмотреть отзывы. Отзывы очень разные, интересные. Самые красивые места я постаралась вам показать. Думаю, вам будет это интересно, если вы будете проездом на море. Обязательно заезжайте в Краснодаре в этот парк. Парк Галицкого – это надолго. И это гордость большая для Краснодара. Рекомендую к посещению. И спасибо всем за просмотр. Спасибо, дорогие друзья.